А вот коммунальщики готовятся к зиме. В мае они начнут проверять систему водоснабжения и ремонтировать ее к будущему отопительному сезону. И да, будут отключать холодную воду. Сегодня появился график отключений. Итак, первыми без воды останутся жители Советского района. Там и в микрорайонах Солнечный и Покровский воды не будет 3 дня, с 31 мая по 2 июня. Следующие в графике отключения – Свердловский район и часть Кировского. С 21 по 23 июня там планируют отключить водоснабжение. В самый жаркий месяц с 5 по 7 июля без воды останутся Ленинский и Кировский районы. В середине лета с 19 по 21 июля воду перекроют в Центральном и части Железнодорожного района. А со 2 по 4 августа в Октябрьском и в Железнодорожном. Но все еще может измениться, говорят в Краскоме. Если возникнут непредвиденные обстоятельства, то график, конечно, сдвинется. Поэтому специалисты советуют следить за объявлениями в СМИ и в интернете.